Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал «Дом творчества». Все, кто не подписался на мой творческий канал, обязательно подпишитесь, и вы будете получать мои видео и мастер-классы самыми первыми. А для этого не забудьте нажать на колокольчик. Дочка решила сделать подарок для своего папы и подарить ему кружку. И чтобы ее как-то красиво оформить, попросила меня в этом помочь. И мы сделали вот такую коробочку, куда поместили кружку и разные вкусняшки. Для работы нам понадобился картон размером 31,5 см на 31,5 см. Его мы разделили на 9 квадратов, 10,5 на 10,5 квадратики были, и вырезали таким образом, чтобы получилось вот так. После чего обвели на обоих эту форму и сделали ее больше на 1,5 сантиметра с каждой стороны. Обрезали верхние уголки и надсекли внутренние уголки, обклеили обоями нашу будущую коробку и серединку коробки также красиво оформили, заклеив ее куском обоев. Оставшиеся наши квадратики мы уменьшили на 0,5 сантиметра со всех сторон и также обклеили обоями. А с помощью клеевого пистолета приклеили эластичную ленту с изнаночной стороны наших квадратиков, чтобы они служили такими нам кормами, куда мы будем ложить наши вкусняшки. И данные квадратики хорошенько приклеили на коробку. Вот коробка наша готова. Теперь осталось сделать крышку. Для этого мы возьмем картон размером 17 см на 17 см. И отчерчиваем квадратики на уголках 2,5 на 2,5. Одну сторону квадратика мы подрезаем, а вторую загибаем. Вот такая крышка получится. Но для начала мы ее также обклеим. Для этого мы обведем на обоих нашу крышку и сделаем ее на 1 сантиметр больше со всех сторон, как мы делали с коробкой. Высечем уголки и обклеим ее. Когда мы это уже сделали, придадим форму нашей крышке. Теперь можете сделать красивый бант и закрепить его на крышку. И вуаля! Коробка для подарка готова! Получилось очень неожиданно и красиво. Вот так простой подарок можно обыграть и упаковать его в коробочку. Я надеюсь, данный мастер-класс был полезен для вас и интересен. С вами была Светлана Гаспарович. До новых встреч, друзья. Пока-пока.